Представляю вам соперников и первого бойца в синем углу. Introducing first, fighting out of the blue corner. Ему 37 лет, рост 190 сантиметров, вес 99 килограммов ровно. 37 years old, he stands 190 centimeters tall, official weight 99 kilograms even. Профессиональный рекорд 59 боев. 30 побед, 29 поражений. His professional record 59 bouts, 13 victories, 29 defeats. Ветеран чемпионатов Pride and Strike Force. Pride and Strike Force Tournaments Veteran. Дамы и господа, ведомый знаменитым тренером Майком Позиньер, leading the challenge, leading by famous Big Mike from Netherlands, Valentine Офери. И его соперник в красном углу. Бойцу 23 года. Рост 190 сантиметров. Вес 96,5 килограммов. Профессиональный рекорд 4 боя. 3 победы, 1 поражение. Чемпион России по боевому самбо и рукопашному бою. Призер чемпионата мира и Европы по боевому самбо. Combat Samba World and European Championships Prize Winner. Hand-to-hand fighter Combat Samba Russian Champion. Дамы и господа, представляющий команду Fight Nice Team из Санкт-Петербурга, Россия, встречайте Михаил Махновский! Ready, my Валентин Тарасов. Ну, тоже любопытно. Конечно, Аверим — это имя. Конечно, Аверим — это имя. Валентайн Аверим, несмотря на свои 37 лет, и рекорд такой 50%, 30 побед, 29 поражений. Это в любом случае имя. Имя состоявшееся. Михаил Махнаткин сейчас находится, может быть, на подъеме. В начале своего такого большого, может быть, спортивного пути. Почему может быть? Потому что спортсмен в один прекрасный момент может решить просто, ну, не хочу больше выступать, и все. Да. И как это случится, и случится, или с кем случится, вообще никто не знает. Но 23 года для тяжа, это вообще не возраст. 3 победы, 1 поражение. Антропометрия примерно одинаковая. Единственное, что Аверим потяжелее. Да. Ну и в том числе, я говорю, левша, нашем бойце из Санкт-Петербурга, Михаил Махнаткин. Это парень левша. Мы помним, он уже дрался парочку раз на Fight Night. Очень интересный боец. Прекрасная техника борьбы. Аверим, ну как все Аверимы, страшен, если ему давать атаковать комбинаторно. Да, а, ну сейчас трудно, наверное, уже, мне кажется, ждать от такого тяжелого и уставшего. Да, уставшего по-настоящему. Ну потому что, Дмитрий, давайте открыто, он еще дрался 90-е годы в Прайде. Ну, и, кстати, и дрался в том числе здесь находящимся с Уреном Балачинским, нашим заслуженным мастером спорта, трехкратным чемпионом мира по самбо. Тот человек, который в том числе тогда еще с Федором Емельяненко вместе уехал в Японию. И вот тогда Аверим выиграл у чистого борца нашего, самбиста, Сурена Балачинского. Но этот парень, конечно, уставший именно по той причине, что он уже очень давно находится... У него были очень серьезные поединки, да, уже до. Они забирают, конечно, силы, мы тоже это знаем. Хотя 37 лет, в принципе, если мы говорим о тяжах, опять возвращаясь к теме, когда заканчивает, ну, пока ничего не делает. Пока, в общем, да, такие, знаете, пробные подачи. Говорит, что торопиться не будет, не хочет заканчивать в первом раунде. Не хочет или не может? Да, но сравнение, конечно, с Валентайном Аверимом, Михаил Махнаткин, такой, знаете, еще по-бойцовскому младенец. Да. Юнец совсем и только набирает этот путь, его путь. Хотя, война, вы знаете, Максим, мне-то Михаил очень понравился на прошлых проектах именно за счет борцовской техники. В ударах, в ударке состязаться также с тяжом – это лотерея. Вот сейчас наступит озарение у Валентайна, он попадет. Дмитрий, мне вот с позиции тренера как раз вот материал, как боец Махнаткин, видится очень перспективным. Ох, именно в ударной технике. Максим, ох, какой вы злой. Материал. Ну, да, ну, слышите, дорогие друзья? Именно материал именно в понимании, Максим, ударной техники. Понимаю. Да, да. Я не имею в виду материал там какой-то другого. Человеческий, да, материал. Как раз вот он, этот парень может развиваться именно в ударной технике очень сильно. Да, и, да, и причем... И в нанесении ударов ногами, и коленями, и руками. В том числе и боксерскую базу можно этому парню улучшать. Ну, плюс он в Санкт-Петербурге, там очень много хороших боксерских школ. И я думаю, что, наверное, эту работу этот боец пройдет. Посмотрите, он сейчас как обманул. Взорвался вроде бы на скорости, хотел войти в ударную дистанцию, но нет. Дернул тем самым Валентайна и вернулся опять на свою дальнюю дистанцию. Вот здесь, конечно, для левши Михаила Махнаткина удары
левый по печени, левый лоу внутренний и левый хайкик от передней руки. От передней руки упал Валентайно Верин. Попятился так странно очень и странно упал. Очень странно мне показалось это действие. Ну да, пожалуй. Такое ощущение, что подумал, падать или не падать, и упал в итоге. Да. Вставай и работай, кричит большой Майкл из угла Валентайну, и Валентайн встает. Тяжелый шоу, как здорово и легко это сделал Валентайн за счет, опять же, своей мощи. Как сейчас, в том числе и Камил Гаджи, генеральный продюсер Fight Night, говорил, что сейчас Валентайн ездит по миру, путешествует, познает мир и дерется в тех или иных промоушенах. Зарабатывает денежку? Да, что сейчас большой Майкл приехал в нашу страну и уважил тем самым и дерется с нашим Михаилом Мохнаткиным. Валя, здесь пока нет ударов в затылок, я не согласен. Это в ухо все летит, в ухо и в висок. Все в пределах правил. Прихватить. Дмитрий, ну для меня очень было удивительно. От передней руки Михаила такой сдвоенный джек получился. Очень короткий, быстрый. Тюк-тюк. Михаил, да, да. И тут же Валентайн уверим с какой-то паузы. Нейро сразу рухнул, а как-то подпятился назад. И посчитал, да, посчитал нужным упасть. Было любопытно. Любопытно, почему, что самое интересное. Но... Так, еще у нас 50 секунд первого раунда. Михаил смотрится свежим, но Валентайн... Вот Михаилу попробовать бы разные этажи. И внутренний этаж, левый лоу-кик. И тут же левый хай-кик в голову. Тут же левый по печени. Кстати, сейчас опять с руки попадает Валентайн. Сам падает, но как-то с задержкой все время падает. Странно ведет себя очень. Не думается, Дмитрий. И здесь забивание через защиту. Вообще в одном положении лежит Валентайн Аверин. И не готов был смещаться. Вот вам и нокаут. Свидание, всего хорошего. Для всех сегодня бойцов, добро пожаловать в Мексику, глава компании политической культуры и спорта, города Москвы, Алексей Воробьев. И сенатор Российской Федерации, многократный чемпион России по футболу Матуха Насыка. Понимаете, Максим, мне понятен был, в общем, ваш, что называется, запрос на тему того, что ездит по миру Валентайн Аверин. Ездит по миру Валентайн Аверин. Да и странно себя ведет, так скажем. Конечно, это да, это не вариант Боба Сапа, ни в коем случае. Это уж точно, Боб Сап отдыхает. Боб Сап, да, тут... Отдыхает вообще парень, который... Не напрягается, приехал, да, вообще так. Приехал попутешествовать вообще и ничего не сделать. Этот-то все-таки боец, он, наверное, уверен, готов был драться, готов был сопротивляться и состязаться. Но, как мы видим, итоговое завершение... Ну, сумбур. Сумбуру каша. В работе Михаила Мохнаткина я пробелов особых не заметил. Михаил работал так, как умеет работать. Здесь есть попадание, довольно тяжелое попадание. Да, кстати, по печенке-то мог и попасть. Очень тяжело. Но я бы сказал, что это было следствие, нежели причина. Вот вам и Михаил Мохнаткин. Так легко, серьезное имя. Имя, по крайней мере, его брата уж точно серьезное. Валентайн уже давно сник, но я скажу, что Михаилу, как говорят в этом случае, проспекту в нашей стране, это настоящий серьезный, мы уже узнаем.